Слушал Собчак на радио «Комсомольская правда» в беседе с Баранцом. Собчак переплюнул Псаки в передергивании фактов. Понял, что Псаки может победить только Собчак, Михаил из Иркутска. А зачем вообще приглашать вот это? Понимаете, это вот... слушайте, ну это же глупость. Ну, приглашать попугая, который говорит чужие речи, который ничего сам не видел, ничего конкретно не знает, и только постоянно вот это кар. Нахрена? Зачем Баранцу это понадобилось? Это что? Ну, Баранцу понятно, они думают, что они так могут поднять рейтинг. Рейтинг не поднимете этим. Кажется, есть заслуженные люди, которые... Не, просто если вы берете людей, которые там были, я вот скажу, вчера ты не могла дозвониться до нашего корреспондента, да? Заменила одного на другого. Знаешь почему? Почему? Долгачева не могла найти. Да. В Москве, Коля. Я знаю. Я вчера увидел, очень порадовался. То есть он хоть на пару недель, хоть семье побудет. Герои. Поэтому сам факт, когда вы говорите об этой войне с такими гламурными крысами, это уже унижение. Когда у вас ребята военкоры, все на своих плечах, и какая-то гламурная тварюга открывает на эту тему рот, вы чего делаете? Вы перед кем расстилаетесь? Мрази надо указывать ее место. Вот пусть там в гламурном мирке и бултыхается, кувыркается. Вы поймите, как могут люди, которые все это прошли, все это видели своими глазами. Ну что она сейчас будет там нашим ребятам рассказывать? Рогаткину она расскажет о войне?